Ребята, всем привет! Меня зовут Юля Пушман, и сегодня я снимаю видео с Юлией Годуновой, которая приехала. Откуда ты приехала? Далеко, откуда не понятно. Зачем я так говорю? Все, это когда попадаешь на канал. Короче, я очень рада, что мы с Юлей снимаем видео. Я почему-то думала, что мы с тобой даже лично не знакомы, это в сторис сказала, но оказывается, мы с тобой виделись, но давным-давно. Да, это не считается. Заново познакомились. Мы очень классно познакомились. Мы сегодня весь день вместе проводим, снимаем классные видосы. Юля с Кариной снимали видео. Ну, короче, Юля классная. Я рада, что мы снимаем видео. А еще какое? Это вообще... О, ребята, приготовьтесь. В общем, мы сегодня... У нас есть вот такая коробочка, ну, мешочек. Волшебная, да. С именами блогеров, знаменитостей, всяких людей, да. Всех-всех, кого вы наверняка знаете, кого-то, может, не знаете, но узнаете. И... У меня с Кариной было такое видео, где мы выбирали трех людей и распределяли, с кем бы мы записали коллаборацию, кого бы купили рекламу и кому бы поставили дизлайк. Но с Юлей мы решили уйти на новый уровень. Да? У нас сегодня взрослое видео, поэтому нам нужно будет выбрать, с кем переспать. Ну, гипотетически. Не в прямом смысле этого слова, не в реальности, а просто поцеловать и убить. Убить. А это уже в прямом смысле. Возможно. Ну, посмотрим по обстоятельствам. В общем, тут есть еще и наши парни, и много парней, поэтому... Жарко будет. Да, парни наши, сорян, это просто гипотетически. Мы просто вас любим. Все, я думаю, что надо начинать. Очень волнуюсь. Да. Кто первый? Давай хозяйка канала. Валь, ну ладно. Волнуюсь. Короче, достаю. Давай так, я достаю, потом ты достаешь, потом я. Давай. А, мы же все равно вместе. Да, мы вместе будем распределять. Да. Первый человек, Егор Крид. Доставай. Так, вау. Николай Соболев. Ничего себе, я волнуюсь уже. Ой, жутко. Так, Лена Темникова. Нормальная такая у нас троица. Все, нормально получается. Так, ну что ж, давай ты первая распределяй. Так, определенно точно переспать с... Ты знаешь с кем? Не знаю. С Леной Темниковой, конечно. Это потому что она девочка? Нет. Ну, смотри, типа, ты знаешь. Нет, ну реально. Ну просто я ее очень люблю, да. Настолько, что готова с ней переспать. Блин, на самом деле. В общем, да, я ее люблю. Да, поцеловать Егор Крид и убить Николая Соболева. Блин, это такой сложный выбор на самом деле. А если я повторю, это будет плохо? Да нет, но если ты так же считаешь. Но на самом деле из мальчиков, там Егор Крид, Николай Соболев, никто из них у меня не вызывает какого-то там вау-класс. Ну, не знаю, Соболева я уважаю там за какие-то его видео, которые мне нравятся. У Егора есть классные треки, которые мне нравятся. Ну, честно сказать, музыка Лены Темниковой... Это не то, что мой любимый, я слушаю. Соответственно, ты ее. Ну, я не знаю, это сложно, потому что это очень сложно, черт возьми. Да, вообще. Я даже не знаю, как я так Мне поняла. Так сложно, мне так неловко, я не хочу говорить, что с кем-то бы из парней, типа... Ты выбрала, это взрослый. Ну ладно, это не то, что в прямом смысле. Это как бы, будем называть так, проявление, ну, какой-то, ну, типа, нравится. Нравится в хорошем смысле. Ну, там, творчество нравится. Давайте так. Потому что это очень сложно. Плюс его творчеством. Не могу, не могу. С чего могу. Начнешь? Давай так. Кого бы ты поцеловал? Угу. Ладно, знаешь что? Мне нравятся маски Лены Темниковой в Инстаграме. Да, я ими пользуюсь. Поэтому за это я с ней пересплю. Пусть будет так. Поцелую я, наверное, Николая Соболева, потому что есть у него классные видео, которые мне нравится смотреть. А убью я Егора Крида, несмотря на то, что есть у него пару классных треков, которые мне прям очень нравятся, но... Ну, нафиг его. Почему-то мне кажется, что Егор Крид как человек мне не очень бы понравился. Ну, в общем, это было очень сложно. Ну да, кстати, я лично не знаю ни Егора, ни Николая Соболева, поэтому мне очень сложно было выбрать. Ну, надеюсь, я знаю Колю, но не так, что прям хорошие друзья, поэтому тоже сложно. Ну, в общем, ладно. Так, давай ты начинай. Кажется, дальше попроще будет. Мы сейчас разогреемся, переспим со всем русским ютубом. Жесть, надеюсь, наши парни потом не обидятся. Да нет, ну это же шутки. А, шутка. Итак, Оля Бузова. Что-то у нас какие-то суперстары. Маша Тимошенко. Нормально. Настя Ивлеева. Девчонки такие хорошие все. Ой, не могу. Теперь ты первая. Ой, Вася. Да я не знаю, что выбрать. Мне все нравятся... Что здесь представлен, но Олю Бузову я очень уважаю, но
слушаю ее музыку. Ну, может, раньше, там, когда выходили, только могла там послушать какое-то время. Но не фанат, хотя подписана я на всех девушек. Настю Ивлееву мне нравится смотреть. Я ее шоу смотрю, ну, мне реально интересно. Да, прикольно. Влоги даже какие-то смотрела, поэтому, наверное, с Настей Ивлеевой я пересплю. Эти штуки можно просто в начало вставлять. Да. Жестко вообще. Ну, блин, она мне нравится. Кому-то она вообще не нравится. Ну, мне нравится, реально. Угу. Маша Тимошенко, честно говоря, я не фанат ее творчества. Она мне просто нравится как человек. Ну, наверное, целую Машу Тимошенко я поцелую, потому что я ее знаю. Так вот, ну, мы болтали, в кафешке сидели, она мне нравится. Ну, да. Отношение такое. Ну, такая хорошая девчонка. А Бузову я убью, просто потому что я с ней никогда так как-то много не общалась, хотя я ее очень уважаю, реально. Да. Ну, то есть я ее обожаю в том плане, что она такая сильная. Ну, вот прям... Угу. Ну, короче, просто сложный очень выбор, но... Ты типа... его сделала. Да, это было сложно. Я уже вижу просто куча людей пишет, как ты Олечку нашу не трешь, оставь покой. Просто жесть. А я, знаешь, такая слушаю тебя и думаю, а я все это время пытаюсь понять физически действительно... кем бы я и что, понимаешь? Ага. Ну, то есть, скорее, вот я не думала с точки зрения такой, но так интереснее. Поэтому, что могу сказать? Мне очень нравится Оля вообще. Ну, она очень харизматичная, и мне кажется, с ней так интересно общаться, хотя я с ней не общалась. Mm-hmm. И мне кажется, она очень интересным человеком. Маша — это моя очень близкая подруга, ну, прям очень близкая. Мы с ней довольно-таки близки. Угу. Но спать, конечно, не настолько может быть. Настя Ивлеева, она тоже очень... Это, блин, капец, какие харизматичные, но такие разные. Стой, у тебя что-то в зубах? Мак. Да, ты мак? Я же моела. Чего бы ты потом к зеркалу не подошла? Покажи. Еще есть. Этот? Нет, соседний. А? Дальше. Подожди, нет. Подружка такая. В конце. Ладно, нормально, что вырежем. Так вот, да нет, смешно. Оля крутая чувиха, Маша, моя близкая подруга. Настя Ивлеева, ну, мне очень нравится ее шоу, в первую очередь. Ну, а так, в принципе, я ее вайны не смотрю. Ну, не знаю, как-то я, не знаю, не особо за ней слежу, но она очень симпатичная. Я бы переспала с Олей Бузовой. Да. Ты ее убила, а я ее заберу. Но, блин, на самом деле, потому что она меня очень впечатляет. Она очень крутая. Да. Нет, я, типа, не то, что ее убью, типа, просто да, понятно, тут такой да. выбор. Ну, блин, я просто... Я, типа, сужу с той точки зрения, что она мне не очень интересна. Да, я поняла. Но я ее очень уважаю. Mm-hmm. Ну, я на нее, конечно же, подписана, но... Да. Блин. И, в общем, да, Оля Бузова отправляется ко мне. Кровать. Да. Поцелую я, конечно же, свою Машу Тимошенко, потому что это прям моя подруга действительно очень близкая. Ну, Настя Ивлеева... Ну, давай. Так волнительно, доставай. Да, да, так интересно. Марисен. Андрей Петров. Кайф. Вот это выбор. Олег, который парень инстасамки. Господи, что делать? Это на самом деле жесть, какая смесь. Просто блин, вообще. Ну, давай теперь ты первая. Блин, почему я? Фу, жестко, конечно. Но тут выбор очевиден. Ну, мне тоже. В сторону переспать. Вообще, потому что это очевидно Олег Астажучу. Кто бы сомневался. Это Марисен, потому что Маша, она классная, симпатичная. И, блин, ну она прикольная. Мне она нравится очень. Дальше. Что, ты сомневаешься? Ну, не знаю. А ну... что ты имеешь в виду? Я даже не знаю, в какую сторону я сомневаюсь. Я тоже не... Ну, давай уже говори. У нас тут жесть, что выпало. Ладно, я все-таки, наверное, поцелую Андрея Петрова. Потому что Олега я вообще не понимаю. Но это максимально для меня полная жесть. У меня тоже жесть. Самое, точно так. Ну, типа, я, блин, ну, это просто жесть. Несмотря на то, что там я слежу немножко за новостями, смотрела вот это вот последнее их оправдание у дневника Хача. Все, поезд уехал, сорян, ну, типа... Да, то, что вот там вот это все оправданки-цацанки, это... Не верю. Я, ну, я не то, что не верю, типа, но просто это уже не спасет ситуацию. Да. Ну, типа, ну, то есть все слова уже сказаны были. Понимаешь, ну, типа, я тоже могу сказать, типа, а, ребята, вообще, за все, что было плохое, вообще, простите. Но это же не изменит того, да. что это было. Ну, просто
я не могу поверить то, что человек сначала был настолько, ну, а потом просто, резко такой, а потом блин, такой, да я все понял, я был неправ. Сделал стрижку и стал, типа, очень приятным человеком. Я тоже с Машей пересплю, с Петрова поцелую в щечку, как минимум, что, потому что я смотрела там, наверное, видео 10 его, ну, мне было интересно. Вот, а Олег, ну, с ним все понятно, я его убью, я его уже давно убила, ну, как-то так. Мысленно. В разговорах, так что, я забыла, кто начинает, теперь ты. А, пофиг. Да, да, так волнительно. LJ. Янго. Боже, боже. Карина Аракелян. Ого, интересно. Вот такой вот у нас выбор интересный. Так, Васали. Черт возьми. Пересплю. Хотя я не фанат ее видео, но мне она приятна. Угу. Ты с ней знакома? Да. Ну, тоже не так, что прям лучшие подружки, но мы, типа, общались, виделись там на мероприятиях, ну, как бы, и там среди тусовки, ну, в тусовке блогеров я знаю, что она, ну, хорошая девчонка. LJ я поцелую, потому что мне нравится его музыка. А Янго я убью... Но ничего против него я не имею, просто в какой-то момент меня бесит, что мы перестали общаться, он просто забил на нашу какую-то там дружбу, не могу сказать, что мы best friends были, но он просто забил. Мы типа, перестали общаться вообще, да? Просто, да. Может быть, Яну нафиг и не нужна дружба со мной, да как бы я тоже, типа, не сижу, не переживаю, но я просто не понимаю, почему резко в один момент просто мы перестали общаться, друг от друга отписались. Mm-hmm. И для меня это странно, потому что раньше мы общались и на дни рождения там друг к другу ходили. Ну, интересно. Короче, фиг знает, для меня это странно, поэтому... Что он там решил такое? Вообще, да. LJ мне очень-очень нравился, когда он начал, вот его музыка просто... Ну, это все очень прикольно, и его образ, это все так неповторимо, индивидуально. Он очень классный. Ян, мне не нравится его творчество, мне не нравится то, что он делает на YouTube. Я не смотрю его видео, фотки, ну, типа, вообще... Ну, не да, так. То есть, ну, как бы... Вот, но как человек он прикольный. Ну, то есть, до того, как я с ним познакомилась, мне казалось, что он какой-то такой же, как на видео. Ну, такой немножко. Шиза. Но он оказался таким адекватным, прикольным парнем. Карину я не знаю в жизни, но то, что она снимает, мне вообще не нравится. Я этого не понимаю. Ну, я тоже, типа, не смотрю, не понимаю, да. не нравится, но, типа, просто знаю ее. Да, поэтому переспала бы я с LJ-ем. Угу. Потому что, ну, блин, я тебя не виню, мы с ней правда, все нормально. Целовала я бы Яна. Угу. Карина. Ну, что поделать, ну, блядь. У нас с тобой почти в другую сторону. Да. Итак, Катя Клэп. Игорь Синяк. Давай, ты я достала. Волнуюсь, хочешь скорее узнать, кто будет третьим. Амиран, дневник хочу. Ну, это как-то странно. Ну, так вот так. Распределила бумажка. Судьба. Ты теперь первая. Катя Клэп, суперская, классная девчонка. Мы когда с ней познакомились, прям вообще очень-очень мне нравится ее энергетика. Вообще офигенная. Игорь тоже очень классный. Мне очень нравится с ним общаться. Блин, ну прям он такой смешной. Ну, мне очень нравится. Амиран, я с ним не знакома. Но у него, блин, ну, по видео он прикольный. Не знаю. Ну, короче. Все-таки сделай выбор. Хочу знать, очень интересно. Переспала бы я с Катей. Однозначно. Поцеловала бы Игоря. И Амирана бы убила. Понятно. А ты? Я убиваю Амирана, несмотря на то, что мне нравится его шоу, и мне интересно было раньше даже смотреть за его вот этими дневник хача, но сейчас я, честно говоря, только шоу могу иногда посмотреть, и то больше из-за этих инстасамок и все такое, то, что было, интересно было. Но с Амираном странный какой-то опыт у меня был, общение, мы снимались двое суток в одной узкой, типа, комнатушке, ну, когда для елок снимались в лифте, и мы 2 дня практически находились с утра до ночи вместе, и потом, когда мы виделись на каких-то мероприятиях, на премьерах, он даже не здоровался. Ну, я не знаю, может, у него не было настроения, может, ему, опять же таки, абсолютно пофиг на меня с высокой колокольни, но для меня это просто не то, что я с ним хочу дружить, пожалуйста, но просто сказать, типа, привет. Ну, короче, поэтому я его убиваю. С Игорем Синяком я пересплю, потому что я его обожаю просто, ну, он для меня очень близкий человек, на самом деле, не многие знают, наверное, но мы часто общаемся именно не так, как, типа,
какая-то там фигня произошла в интернете, и мы это обсудили, а реально он может мне написать просто ни с того ни с сего: «Юля, я хочу с тобой поделиться, у меня вот такая-то жесть, типа, вот просто хотел поделиться», так же, как и я. Ну, у нас близкие, хорошие отношения. А Катю Клэп я поцелую, потому что она мне тоже очень нравится. Ну и, в принципе, даже не знаю, что еще сказать. Ну, понятненько. Все классно. Все, тут было легко, на самом деле, прям комфортно. Где там наши парни? Никита Лол. Да, реально, где наши парни? Когда мы уже переспелись со своими парнями? Жесть. Саша Спилберг. Так. Ида Галич. Такой странный, очень странный союз. Давай, ты? Я? Ты, да. Ну, мне тут тоже как-то легко, на самом деле. Да, в принципе, да. С Идой Галич я пересплю, потому что я люблю ее вайны. Ну, кому-то не нравится, ну, не знаю, мне нравится. Для меня она смешная, классная. Хотя шоу ее вот это 1.11, что-то такое, я ни разу даже не смотрела. Ну, как-то вообще даже неинтересно включать почему-то. Как-то такое. Но она мне нравится, она классная, такая жизнерадостная, позитивная. Ну, в общем, поняли. Никиту Лола я убью, ну, потому что, ну, как бы нафиг. Ничего против него не имею, ну, просто мы никак не общаемся, не дружим, и за его творчеством я не слежу, хотя видео 2.5 часа или сколько там его посмотрела. А Сашу Спилберг я поцелую. Круто, целую. Ладно. Я бы убила Никиту Лола, потому что, да, во-первых, я тоже, ну, я с ним знакома, но так. Я тоже с ним знакома, и мы тоже раньше общались, а потом я его удалила из друзей, я уже не помню почему. Ну, типа, ничего плохого не было, просто я, типа, удаляла тех, с кем вообще не общаюсь. Он очень обиделся на это, даже пост какой-то написал. И я подумала, блин, зря, наверное, так. Ну, вот видишь, такой вот он. Из ваших тоже видео про отписки кто-то очень сильно обижается. Ну, вот, блин, бывает, да. Но я Никиту убью только потому, что я считаю, что какие бы вещи тебе, там, твои друзья или твои... те, кто на тебе, там, ну, на, те, да, на кого ты работаешь, что бы тебе ни делали, просто брать и решать, там, не знаю, какую-то судьбу или, в принципе, что-то вот, вот так вот прилюдно начинать говорить просто потому, что тебя обидели, это еще больше унижает человека, чем того, кого он унизил. Ну, как по мне, потому что это очень низко сидеть, вот такие вещи говорить, ну, короче. Поэтому, ну, да. Никита, сори. Ида, да, я бы с Идой тоже переспала. Потому что мне очень нравится, она очень харизматичная, да, такая классная. Прикольная, живая. Очень. И Сашу я поцелую, потому что она тоже прикольная девчонка. Ну все, классно. Кто? Сережа Халус. Ого. Ксюша Хоффман. Такой интересный. Пуста. Дима Эрмузевич. Ой. Ой. Интересно. Ну, тут сложно, конечно. Ой. Блин, ну да. Сейчас кто-то обидится, потому что я ко всем этим людям очень хорошо отношусь. На всех подписана и... Не спать как-то с кем-то не особо охота. Блин, вот я могу сказать, что я убью Сережу, потому что он в Каринином шоу сказал, что он выбрал, они выбирают Карину. Да, у вас вечная будет такая. Да, это будет просто из видео в видео. Да. Черт возьми. Короче, с Ксюшей я пересплю. Я смотрю ее сторис, мне нравится. Я не в восторге там от каких-то постов в Инстаграм, почему-то я об этом говорю. Ну, я так сужу. Да. Как человек, мне она, в принципе, нравится. Ну, не могу сказать, что мы часто общаемся, редко вообще, не помню, когда виделись там на мероприятиях. Но мне она нравится, я ее давно знаю, все такое. Она тоже такая живая, такая, какая есть, без вот этих всяких. Я очень угорала, когда смотрела ее на этом чат на вылет. Ты не смотрела? Чат на вылет я не смотрела. Я вообще угорала дико, но для меня это слишком, слишком откровенно было, но я угорала, и мне это понравилось, что она такая. Прикольно. Ну и Димку-то чмокнешь, получается? Наверное, нет. Ну, ты же сказала, ты это так пошутила про Серёжу? Ну да, ну просто понимаешь, например, Диму я не помню вообще, как с тобой, я даже не знаю, мы виделись вообще? Ну я знаю, что виделись, но из-за того, что не живем в одном городе, не, ну, пересекались несколько там десятков лет назад, грубо говоря, наверное, я его убью. За это? Ну, мы не настолько близки даже, чем вот с Серёжей. Серёжа нас больше связывает, каких-то и тусовок, и не... как это сказать, не мероприятий, куда все приходят, а каких-то закрытых домашних тусовок, даже больше таких было. Поэтому, наверное, я так сделала, но это не значит, что я к Диме плохо отношусь. Конечно же, если вы приедете, я буду только рада с вами погулять вместе. Вот так. Дим, ты слышал? Так. Слушай.
Итак, что же сделать? Ну, если как бы мы переспим, имеем в виду в плане, кто больше всех нравится. Ну да, ну конечно, то это, конечно же, Дима Ярмузевич, мой самый лучший в мире друг. А дальше. Я поцелую Сережу Халуса, потому что мы тоже достаточно близко дружим. Mm-hmm. Каждый раз, когда видимся, мы вообще по-дружески. Да. Очень дружим. Ксюшу я убью. Блин, ну просто мы с Ксюшей вообще, ну, мы дружили раньше, но сейчас мы вообще перестали общаться, и когда я приезжаю в Москву, mm-hmm. я ей раньше, по крайней мере, я ей постоянно писала, типа, Ксюш, я приехала, типа, давай встретимся, она просто игнорит. Так что, нифига. Ксюш, все. Ну, нормально, убивай, конечно, да. Я бы за такое тоже убила. Не, мы с Ксюшей часто, типа, на сторисы друг другу отвечаем, угораем, и мне это нравится. Для меня почему-то стало важно, чтобы блогеры мне отвечали как-то на сторис. Ну, типа, ты там мне что-то про видео ответила, я думаю, да, она мне ответила, ну, типа, кто-то мне что-то написал, ну, приятно. Это, конечно, всегда приятно. Это сразу понимаешь, что блогеры не просто там подписаны, зыркают, что там у кого как, а реально интересно, поддерживают, ну, короче, классно. Так, кто? Ну, давайте, я не помню. Ой, ну, я уже не помню, да. Тяну. Марьяна Ро. Кирилл Дединок. Чёрт, что так сложно доставай. Ой, блин. Ольга Дунова. Ну, ладно. Блин, ну сложно так-то. Ну, блин, наверное, логичнее будет себя выбрать, потому что я люблю себя в первую очередь. Правильно. Поэтому пересплю я, конечно, как и каждый день, я пересплю с собой. А поцелую я Кирилла Диденка, потому что он офигенный просто человек, я его очень сильно люблю, уважаю. Очень классно. Марьяна, на самом деле, я бы не хотела убивать, потому что я очень тоже люблю Марьяну. Мне она нравится. Блин, ну она меня прикалывает, она смешная. Вот, но тут такой выбор, Марьянка. Ты попала не туда. Поэтому, да, Марьяна убью. Ну, я с тобой полюбасу пересплю вообще. Ну, почти! Из этой тройки реально, ну, самым близким мне человеком являешься ты просто. Хотя мы сегодня только что в первый день вот так вот нормально поболтали, но это правда. То есть, сколько бы я ни была знакома с Кириллом, вообще с таких времен тоже, но у нас какого-то не было. И не уверена, что будет. И на самом деле мне сложно выбирать тут, потому что у меня и с Кириллом никаких особо прям отношений нет. Так, чтобы говорить там, он какой-то классный, типа, я хорошо отношусь ко всем. Mm-hmm. Ну, просто были, наверное, ситуации в моей жизни, когда я как-то рассчитывала на какую-то, возможно, поддержку Кирилла, а ее не было, и это было, наверное, даже не один раз. И, ну, мне это было не очень, не то чтобы понятно, а просто неприятно, наверное. Mm-hmm. Потому что я знаю, что были когда-то времена, когда он нуждался в какой-то поддержке, и я, ну, поддерживала, скажем так. Ну, короче, не знаю, это не то, что я там сижу плачу, может быть, вообще, но так, не очень приятно. Марьяна, к Марьяне я нормально отношусь, но просто это вот один из тех людей, с которыми я бы никогда не смогла дружить. Она бы никогда не стала моей подругой, близкой подругой. Не то, что она плохая, просто у нас абсолютно разные взгляды на жизнь, на то, как общаться с людьми, на то, как себя вести в компании. Просто каждый раз, когда я была на вечеринке какой-то, где была Марьяна, и мы как-то общались, после этого у меня был очень неприятный осадок, потому что Марьяна может что-то сказать и не подумать вообще о том, что она сказала, а я потом просто сижу, и я недоумеваю, как можно такое сказать. Ну, например, даже я не ее там лучшая близкая подруга. Ну, короче, для меня это странно. Ну, я просто не сталкивалась с ней в таких ситуациях. Ну, я, в принципе, с ней особо... У меня были очень, как бы, странные ситуации для меня, которые Марьяну для меня не с очень хорошей стороны показывали, но я всегда это как-то оправдывала, как будто бы, ну, может быть, у нее там что-то как-то, она не знает, там, не объяснили, ну, фиг знает. Короче, сложно на самом деле, но при этом Марьяна ничего там такого не было, что я на нее рассчитывала, она как-то мне руку помощи не протянула. Ну, я не знаю. Блин, ну, это значит, очень... логично то, что... Наверное, я Марьяну поцелую, хотя это вообще ужасно звучит. Кирилла я убью, но хотела сказать, что мне очень нравится его семья, очень нравится его сыночек, я желаю им всего самого наилучшего, и каждый раз, когда мы списываемся, я всегда спрашиваю, как, ну, у него дела, как его семья. Ну, реально, я очень хорошо отношусь, но вот были такие ситуации, которые меня обидели больше, чем какие-то слова Марьяны, наверное. Ясно. А4. Ну, наконец-то. Черкасов Кирилл, Катя Адушкина. Ого. Ну, не знаю. Ну, с твоим парнем спать не буду, извините. Чего?
Хороший человек такой, не знаю. Да, рекомендуешь? Ладно, скажу честно, я не смотрю видео Влада. Не смотрю. Незнакома. Незнаком, реально, вообще, чем базар. Кто это вообще? Ну, понимаю. Блин, извини, но мне придется убить твоего парня. Но это только вот, ну, Влад, надеюсь, когда я легко знакомься, да. И, ну, как бы, ничего против нее. Видео я видела, я знаю, я представляю, сколько это работы, времени, сил, там, монтаж. Это конечно, круто. Но, ну, типа, я не очень люблю такое смотреть, хотя я считаю, что это классно. И Черкасов Кирилл, наверное, с ним я пересплю, потому что я всегда обожала его смех, всегда угорала над тем, как он смеется. У него такой заразительный смех, я обожаю его истории. Когда его видео тоже какие-то смотрю, они всегда поднимают мне настроение. То есть это тот случай, когда я не пролистываю истории, мне реально интересно все. Катю Адушкину я поцелую, потому что, ну, она классная. Мне, кстати, нравятся какие-то ее песни, прям реально. Но да, видео... они очень крутые. Да, но видео вообще так, ну, да. Не смотрю, короче. А4, пересплю, поцелую. Ну, все. Но не убью. Ладно, А4, понятно. Черкасов и Катя, блин, ну тут, блин, очень сложно, потому что с Кириллом я дружу. Угу. Я очень часто у него оставалась, когда там в Москву приезжала, он меня выручал, я у него ночевала. Ого, ну точно целовать надо. Да, целую, конечно. Угу. Ну просто Катю я не хочу убивать, потому что я очень тоже к ней хорошо отношусь, она ты очень не крутая. Оставалась. Но я в ней не оставалась, Катюш. Вот если пригласишь меня, то я тебя поцелую. В следующий раз точно. Да, так что у меня. Ну понятно, ну нормально. Я достала. Давай. О, ура, я! Убью себя. Нафиг. Ладно, Юля Пушман. Даша Инстасамка. Ого. Вот это выбор. Даже не знаю, кого выбрать. Кого убить? Лава Басил. Ну, блин, вообще легко. Чё как? Ты что? Любимую себя, но в то же время любимый. Кого ты выберешь? Это уже по-реальному. Это уже не просто игры. Вот, конечно, Слава, хотя я не помню, кто выбирал. Ой, ну тут такой простой выбор, блин, даже обидно, да? Себя я просто чмокну, ну, блин, типа, нормально. Я иногда столько тружусь, работаю, надо как бы тоже любить себя. А инстасамку убью, о чем базар вообще? Такой вообще. А ты что выберешь? Ну, слушай, если ты поцелуешь моего парня, ну, как бы по игре, да? Все потому что я понимаю, целовать самку, ну, как бы такое себе. А может, я хотела выбрать переспать? Нет. Ты подруга, конечно, это... Краявить. Нет. Так, Юлька Пушман, конечно же, переспать, потому что... Но на самом деле, да, конечно, очевидно, что Славу я поцелую, хотя мы с ним не знакомы, но я надеюсь, что мы познакомимся. Ну, в любом случае, тот незнакомый человек, про которого мы сейчас говорим, явно лучше, чем тот человек, которого да, все в интернете знают. Да, ну и Даша Инстасамка, килл, ну да, убита. Ну да. Ой, ну тут вообще было несложно. Да, люблю такие игры, легкие. Карина Каспарян! Чисто, Саша. Ой, девчонки давай. Прям. Влад Беренич. Угу. Такой чисто залетел в женский батальон. Получается, я первая выбираю. Да, давай. Каринка Каспарян, конечно же, переспать. Потому что... А, ну я со всеми знакома. Угу. Нет, тогда отмена, подождите. Ну, мне надо подумать, ну и по-честному хочу. Ну да. А, Чистова Саша очень прикольная, мы тоже с ней общались. У нас даже с ней фотосессия есть совместная. Ого. Мы там в свадебных платьях, мы вышли замуж. Нам надо уже эту брачную ночь. Это ты та девочка с красивыми фотками. Да. Я видела красиво очень. Почему у нас такой нет фотосессии, а? Дима Ермузевич вас должен пофоткать. А это он нас фоткал? Да. Зачем я его убила? И Влад Беренич тоже, мы с ним очень-очень давно знакомы. Поэтому очень сложный выбор. Но все-таки, да, Карину Каспарян переспать. Но и тут будет, конечно, не очень, если я выберу мальчика, которого буду целовать. Поэтому я выберу Сашеньку Чистову, ее поцелую. А Влад Беренич, ну ты супер, но я тебя убью. Карина Каспаренс убить, конечно, так надоело за столько лет дружбы. Да ладно. Конечно, переспать. Ну, вы поняли? Ну, все мы поняли. Ну, что говорить, типа, сами знаете, подружка, все дела. Влада я поцелую, потому что с ним я знакома, и тусовались, и общались, и он хороший парень. А Чистову Сашу я даже не знаю, мы с ней никогда, ну, не виделись, не болтали, даже не подписаны друг на друга. Вот вообще, такой выбор, это сложно. Вообще, такая игра легкая.
Ой, ну да, прикольно было, так немножко волнительно, но в то же время интересно. Вообще так интересно, ребят, тоже напишите в комментариях, кого бы вы убили и что вы вообще думаете про наше мнение. Про наш выбор, но да. Мне кажется, всегда интересно узнать, что думает блогер про других блогеров, ну, знаменитостей, да. Потому что никогда же не узнаешь на самом деле. Вот я могу с Юлей общаться, а потом она уедет, я Карине говорю, блин, она такая вообще душная. Хотя это, ну, не да, так, да, я обычно так никогда не делаю, ну, нет. Могу, на самом деле. Что уж там, честное видео. Ты реально классная, я очень рада. Я тоже. Мне понравилось. Теперь я хочу, чтобы ты в Москве жила. Я тоже. Не ревнуй, ты все равно первая. Короче, да, но у нас на этом не заканчивается, мы же... Да, мы Юле на канал тоже снимаем видео. Да, правда или действие, ой. Так волнуюсь, я говорю, может, другое что-то? А я говорю, нет, ты выдержишь. Один раз с Ромой Желудем выдержала. И на всю жизнь запомнила, больше не хочу. Ну ладно, ладно, все, ладно. В общем, ребята, надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, на канал Юли. Все ссылки будут в описании, на наши классные инстаграмы. Ну, в общем, ладно, все. Люблю, целую, обнимаю, всем пока. Yeah.